Макс, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, свои ощущения про Mashable Gamma Pro 8. Ты знаешь, я очень удивлен. За такие деньги такой аппарат, я считаю, это выгодное предложение. 1200 гривен, да. Здесь пивотный двигатель, то есть расскажу принцип, кто не понимает. Это два магнита, между ними на шарнирном двигателе находится еще один, который притягивается периодически то в эту сторону, то в эту. За счет этого достигается бесшумность. Она меньше всего вибрирует в руках, то есть если брать один обычный индукционный двигатель, там, да, где стоит один магнит, две пружины, это вибрация в руке и как бы качество среза, ну, не такое. Да, на сегодняшний день, кстати, за 1200 гривен ты ничего не купишь. Можно 14-20 купить, то есть, но он вибрационный. Да. Он вибрирует очень сильно. Да, здесь индукционный, я его так называю, да, пивотный. То есть мотор очень хороший, он себя показал очень хорошо на машинках Moser Primat. Заявил себя, ну, он там немножко по-другому называется, ну, там чуть-чуть видоизменили принцип действия. Это Babyliss Pro FX, да, который проводной тоже. Принцип тот же, да, потому что вот эти новые, которые аккумуляторные, там уже идет ротор. Да, расскажи про насадки, кстати. Насадки такие себе, конечно. В комплекте идет насадки 4 штуки. Да. 3, 6, 9, 12. Но мы с Максом только померили, можно антисовскую один, который на двух магнитах, он стоит 610 гривен. Расскажи, как он справляется с массой? Очень хорошо. Это все-таки этот двигатель свое дает. Да. Шнур идет 2,5 метров, ширина ножа составляет 46 миллиметров. Какие еще, что тебе не нравится, расскажи. Мне не нравится вот эта вот штучка. Это она, чтобы подвешивать. Да, машинку, чтобы вешать машинку, она такая хлипкая. Ты хотел, ну, здесь можно, да, здесь можно будет доработать, это не проблема. Да. Шнур такое тоже себе качество, ну, можно будет поставить и другой при желании, со временем. То есть для старта она идеальная, то есть все, с чего начинают, а тут есть. Тут даже, по-моему, в комплекте расческа где-то была. Да, есть. Покажи. Такая, ну, вот конечно, этот, никуда не годится, но бороду можно расчесать. Даже комбинированная, или вот так вот. Потом, я помню, ты говорил насчет фиксации регулировки высоты, да, среза. А, подожди, давай я сразу покажи. Высота среза от 0,7 до 3 мм. Но мы посмотрели сзади. Болты можно чуть поближе пододвинуть, у нее высота среза будет где-то 0,4 примерно. То есть вот болты позволяют, можно сделать ее даже почти в ноль. Почти в ноль, он будет царапать, мне кажется, для начинающих, ну, не надо. Да, можно чуть-чуть оставить, там где-то 0,3. Да, вот так, да. Кнопочка очень удобная. И, по-моему, она дешево стоит на всякий. Ну, не слышал, чтобы они ломались, но ее там цена что-то 50-60 гривен. Все равно у машинки идет год гарантии, обслуживание после года при покупке у нас. Но главное, не роняйте в ванную, написано. Да. И, если вы хотите приобрести машинку, ссылка будет под видео. Какие у тебя примечания? Сюда, кстати, по-моему, подойдет насадка. Есть такая универсальная насадка. Мозеровская. Да? Да, она получается двигается сама в себе и, да, удлиняется высота. Миллиметров. Да, от 4 миллиметров до 25. Она очень не подойдет. Ну, не можно. Подойдет. Почему не подойдет? Подойдет. Потому что там разбег другой. Нету просто половинки. Да. Из-за этого антисовские. Я бы лучше взял, да, антисовские насадки. Они сюда встают идеально. Они на магнитах фиксируются. Плюс там еще такой фиксатор маленький, который сильно ее держит. Она никуда не слетит. Я понял тебя. Все, примечаний больше нету? Вообще нету. За такие деньги идеальная машинка. Я понял тебя. Спасибо большое.